Всем привет! В этом уроке мы с вами пройдем SQL Between Operator. The SQL Between Operator. The Between Operator selects values within a given range. The values can be numbers, text or dates. The Between Operator is inclusive. Begin and end values are included. То есть это оператор между. Он выбирает значение, которое находится в заданном промежутке. То есть вы задаете значение от и до, которые также будут включены в выборки, и все, что между ними, будет включено в выборку. Так, эти значения могут быть числа, текст или даты. Какой синтаксис у этой команды? Пишите where, имя колонки, между первым значением и вторым значением. Where column name between value 1 and value 2. Так, здесь у нас примерная таблица продуктов. Так, вот пример, да. Выбрать все продукты или выбрать все из продуктов, там где цена между 10 и 20. Делаем выполнить запрос. Видите, цена между 10 и 20. Так, теперь здесь видите, наоборот, все, что не между 10 и 20, будет выбрано, потому что вот этот оператор not стоит, да? Делаем выполнить. Видите, все, что или дороже 20, или дешевле 10. Вот дороже 20, 22, да? Или дешевле 10, 6, 9,2, 9, 7, 7,45, 7,45, 7,75. И так далее. Так, или вот 23.25, 62.5, или вот 123.79, или вот вообще 263.5. Получается, самый дорогой, наверное, это вот 263.5. Потом, наверное, вот этот 123.79. Так, здесь уже комбинируется запрос между и в. То есть там, где цена между 10 и 20, и категория не в этом списке. А список это 1, 2, 3. Так, делаем выполнить запрос. Цена, видим, между 10 и 20. И категория не 1, 2, 3. Так, тоже все понятно. Теперь между текстовыми значениями. Смотрите, здесь будут выбраны продукты между Carnarvon Tigers, Carnarvon Tigers и Mozzarella di Giovanni. Как между двумя текстовыми значениями выбираются записи, да? Как между двумя текстовыми значениями? Так, что в алфавитном порядке. Все, что в алфавитном порядке находится от вот этого текста до вот этого текста, будет выбрано. Упорядочить по имени продукта как раз, да? И мы видим, что в алфавитном порядке, видите, с вот этого начинается бла-бла-бла, до низу идет, видите, C, потом E, потом F, потом G,
G, H нету, I, J, K, L, L, M, и вот до Моцарелла ди Джованни. С этого Карнарвон Тайгерс. Карнарвон Тайгерс. Вот Карнарвон. Карнарвон Тайгерс до Моцареллы. Канавон. Канавон Тайгерс до Моцареллы. Так, теперь здесь то же самое, да? Текст. Но уже другой текст, да? Здесь находится все в букве C, только здесь вторая буква A, а здесь вторая буква H. Да? Вот здесь уже записей поменьше, как вы видите. Как вы видите, здесь записей поменьше. Так. Как вы видите, здесь записей поменьше. Так, теперь не между текстовыми значениями. То есть только что мы выбирали с этих тигров до моцареллы, да? А теперь все, что находится выше по списку или ниже по списку этих значений, будет выбрано. Но то, что находится в этом списке, не будет выбрано. Почему? Из-за вот этого вот not оператора. Видите, с A начинается до C, а потом с N начинается до Z. Так. Здесь таблица заказы, да? Теперь, как выбирать между двумя датами? Можно задать дату через решетку, да? Начинается со дня до года, да? День, месяц, год. Или можно наоборот, с года до дня. Год, месяц, день. Здесь в кавычках, а здесь решетка. То есть, если здесь решетка, то здесь кавычки. Теперь давайте сделаем упражнение. Use the between operator to select all the records where the value of the price column is between 10 and 20. Where price between 10 and 20. Правильно теперь.
use the between operator to select all records where the value of the price column is not between 10 and 20, where price not between 10 and 20. Все правильно теперь. Use the between operator to select all the records where the value of the product name column is alphabetically between Gay Toast and Pavlova, where product name between and Pavlova. Так, все. И это все на этот урок. Спасибо за внимание и пока.